Алло. Да. Угу. Актуально, да? Да. Ну, да, это удобно, да, ближайшее ко мне расположение. Спасибо. Да, это Василий. А, ну я вот оставлял там заявку, там прям заявки указано было. А, ну давайте расскажу. А, автомобиль Шкода Karoq, комплектация Ambition, зимний пакет и задний центральный подлокотник. Вот, у вас есть белый цвет, но у меня жена больше хочет также синий. А, передний. Ну вот я вроде как на сайте увидел белого цвета, но она что-то, мне кажется, там может какое-то доп. Оборудование, что-то она дороже, чем на официальном сайте. Да, на Фаворит Моторс. Ну, в зависимости от сроков, вот, и условий, да, нужно рассматривать все варианты, да. Нет. Ну, в прошлом году что-то ездили, да, потом отложили покупку. В смысле подобрали? Так мы уже как-то определились, вот примерно что хотим, просто хотели понять, что там, какие предложения есть. Ну, наличие, либо, может, предзаказ сделать, не знаю, как, что посоветуете. Ну, желательно синий, да. Ну, еще, да, ну, мне, да, зеленый, может быть, а жене еще вот этот капучино или какой-то коричневый. Ну, ну, так в первом приоритете синий, да. Ну, в крайнем случае, да. Ну, вот капучино, может быть, даже на втором месте. А вот же, он же. Я уже его оставлял 2 раза. Еще раз вам продиктовать? Вы же по нему сейчас звоните. А. А, 8 926. Так, 926, 116, 28, 76. Да, Правильно? да, да. Вот именно, это именно он, да. Ну, единственное, у меня к вам будет просьба, если не получится быстро, допустим, смотреть, то в рабочее время в будни не звоните, пожалуйста, потому что я работаю, не могу отвлекаться, хорошо? Там с 10 до 7 вечера не звоните, хорошо? А в остальное время звоните, если там что найдете там. Договорились. Я сейчас вам подберу автомобиль, ну, непосредственно там, в течение 10-15 минут Ага. позвоню. Хорошо, все, Удобно будет? спасибо. Да, конечно, да, спасибо.
Спасибо. Здорово, тогда спасибо за звонок. Спасибо вам. Да.